Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Всем привет, с вами Green Knight. Ну и как вы поняли, мы продолжаем Ведьмака. Лютик спасен, дела его делаем, помогаем ему опять что-то тут делать. Короче, какое-то у нас расследование. Так, а зачем мне на скеллиге? Доп-задание или... Нет, доп-задание. Стоп. Ну, точно не на скеллиге. Не сюда. Так, стоп. Либо я в дополнение... Ну, это доп. Задание. Ну, точно. Ну, не мечи, не вареники. А, вот. Смертные грехи, господи. Ну, пойдем, дружище. Пойдем. Надо обследовать, так сказать, так. Наверное, вот надо этот меч достать. Слышите? Уже давно слышу. Готовь оружие. Ну, твари, идите сюда. Алло. Алло, твари, а ну давай сюда. Ага. Да не страшно. Тихо. Вот так вот, отлично. Вот так, водная баба, хорошо, я понял. Так, северный ветер у меня есть. Вот и все. Так, вон там еще дурачки стоят. Ты что, там с арбалета, что ли, херачишь? О, кроссовчик. Хвалю за сообразительность. Нет, я хотел факел достать. Ну ладно. Пацаны, ловите. Че, получили? Нормально вам? Так, ну один там подгорел. Где еще? Иди сюда. Ой, заморозил четко. Красиво. Присыла, какой прогноз? Только говори прямо, без намеков. Раны затянутся, но... Что будет с голосом, я не знаю. Вы, наверное, понимаете, что для трубадура это страшный удар. Такой, от которого можно потерять волю к жизни. Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только ваш друг, Лютик. Ага. Ну, ей прожгли горло, не факт, что она восстановится вообще. Так, покушать, чтобы восстановиться. Ну пойдем, дружище, давай. Ты бегать умеешь, нет? Ну ты ползешь, да, поэтому я ползу. А, ну тут, в принципе... По лестнице. Да? Ну ладно. Хорошо. Мы на месте. Пойдемте. Чем быстрее управимся, тем лучше. А что? Ты куда-то спешишь? Кто-нибудь может нам помешать. Например, Коронер. Или преподобный Натаниэль Пастуди. Итак, нам нужно тело краснолюдского плотника. Попробуем его найти. Так, окей, лады. Сюда? Сюда? Ага, вот он есть. Так, ну я пока не буду. Я пока пос... Ага, здравствуй, здравствуй, да-да-да. Я просто пока посмотрю тут. Подлутаю. Человек. Не то тело. Да ладно, Геральт, а я и в курсе. Так, хорош, неплохо залутался. Так, это мы тоже сюда. Так, где-то тут что-то ящик был, где-то я видел. Не? Перепутал, попутал. Так, напал. Я где-то видел сундук, я просто мимо него пробежал и такой думаю, ну я верну... Так, нет, нам не сюда.
Я зашел сюда. Потом пошел сюда. Наверное, вот сюда. А, нет, эти я залутал. Так, ты туда-сюда. Значит, ни туда, ни сюда. А, так. Значит, где-то здесь. А, нет. Или... Ну, ладно, хрен у него. Так, где? Вот это тут, наверное. Мозоли на пальцах, опилки в бороде, одежда липкая от смолы. Должно быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови? Нет. Начинай вскрытие. С чего начнем? Смотрим голову. Волосы воняют гарью, будто он был на пожаре. Больше ничего примечательного? То, что ему выкололи глаза, вас не интересует? У него действительно обожжены глазницы? Да. Здесь какая-то серая пыль. Пепел. Очень мелкий. Убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли. Похоже на то. Судя по виду ран, плотник при этом был еще жив. Жестко. Осмотрим рот. Ожоги, волдыри. Как у Присциллы. Видишь? На горле надрез. Действительно. Он едва заметен. Его сделали маленьким, очень острым предметом. Скальпелем? Но зачем? Рана слишком мала, чтобы вызвать кровотечение. Но есть следы отека. Убийца... Должно быть, он сделал трахеотомию, чтобы жертва не умерла слишком рано. Угу. Осмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Глубокая рана с левой стороны грудной клетки. Шрам через весь живот. Посмотрим, что за рана. Действительно, сердце было вырвано, края раны прижгли. Погодите-ка, здесь что-то еще. На перчатки хоть один. Ну, хотя ладно, тогда перчаток не было. Че достал? Чей-то. Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандры? Обожженное, но целое. Я бывал на лекциях по герпетологии. И не припомню, чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался, или это дело рук нашего убийцы. Посмотрим на шрам. Рана длинная, узкая, отрезанного удара. Но края неровные. Это не важно. Смотрите. Нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Вскрывай брюшную полость. Предупреждаю. Будет сильно пахнуть гнилью. Я как-то дрался с Риггером, стоя по пояс в говне, так что не думаю, чтобы... Стой. Это что за запах? Формалин. Медицинская новинка. В малых концентрациях замечательно консервируют ткани. В больших разъедает их, как кислота. Это объясняет, почему нет запаха разложения. И почему обожжены глотка и пищевод. Угу. То есть наш убийца имеет доступ к медицине. Смотрим ладони. Борозды. Это следы от веревки, так? Его связали. Как и следовало ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь, по опыту? По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третагора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? У нашего краснолюда было кольцо, но кто-то его снял. Видишь что-нибудь интересное на ногах? Щиколотка правой ноги распухла, ногти поломаны. Должно быть, он очень сильно ударился копытами, прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. Простите, у нас врачей несколько иная чувствительность. Угу. И скверное чувство юмора. Да, нормально. Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу.
Нет, надо позыркать. Надо проверить. Стяни с него штаны и... Холера. Скорее сифилис. Ранняя стадия. Сыпи еще нет. Это может быть связано с... Разве что еще один возможный мотив для убийцы. Довольно. Я уже знаю достаточно. В таком случае просветите меня, а то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Давай. Мне тоже. Блин, а я должен сделать вывод, да? Ну, насчет ритуала... Ну, скорее, ритуальное, потому что и запихали яйцо, и почти все похоже. Ну, скорее, да. Это какой-то извращенный ритуал. Ты видел эти ожоги? Глаза, дыра на месте сердца, обжигающая кислота. Да, 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 да. Все крутится вокруг огня. Вечного огня. Надо бы осмотреть труп еще раз. Ты знаешь, как его звали? Фабиан Мейер. А я Губерт Рейк. Коронер, пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Йоахим, что ты меня выручил. Как всегда, лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Кто это такой? Студент, третий курс. У меня к тебе несколько. Ладно, слушаю, только быстро. А то преподобный Натаниэль как раз пришел с инспекцией. Сейчас он будет здесь. Вы старые знакомые? Губерт учил меня основам медицины. Достаточно давно. И недостаточно хорошо, потому что некоторых правил ты до сей поры не усвоил. Например, что долг врача лечить, а не спасать мир. Ты ничуть не изменился. Это комплимент? Скорее, констатация факта. 30 лет, и ты ничуть не изменился. Где наше дело плотника? Это важно. Вы ведете следствие? Как увлекательно. Он погиб в собственной мастерской, к югу от рынка. Сразу у ворот на застенье, где напали на эту бедную трубадурку. Весь город об этом судачит. Возвращаясь к плотнику. Тело привез Евстахий, наш сборщик останков. Можете с ним поговорить, я только что его видел. Он за углом около... О, мое почтение, ваше преподобие. Что это за люди? Я, кажется, ясно сказал, никого не впускать. Ни под каким предлогом. Я знаю, но... Это друзья покойного. Они хотят забрать тело. И речи быть не может. Уведи их отсюда. Немедленно. Как пожелаете, ваше преподобие. Господа, прошу за мной. Вам придется выйти другим путем. Хм. Молодец, прикрыл, чувачок. Почему ты нас прикрыл? Я прикрыл себя. Если бы преподобный Натаниэль вызнал, что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения, у меня были бы неприятности. Но ты об этом не подумал, Йоахим, правда? Как всегда. Нет, ну, может, я и не одобряю вашего самоуправства, но я тоже хочу, чтобы убийца кончил жизнь на виселице. Так что, если я что узнаю по этому делу, я дам вам знать. О, молодец, красавчик. Угу. Спасибо. Хороший мужик. Этот Натаниэль, он кто такой? Мерзавец. Как и всякий, кто носит одеяние церкви Вечного Огня. Большинство из них становятся мерзавцами еще до того, как ударятся в религию. Вполне его случай. До церкви Вечного Огня Натаниэль был палачом. О, нормально. Особенно он изощрялся в пытках женщин. Ха. Затем иерарх Химмельфарт назначил его смотрителем мертвецкой. Он отвечает за контакты с храмовой стражей, надзирает за кремацией, проводит погребальные службы в храме на острове и так далее. Угу. Мечта, а не работа. Мог бы сказать, что знаешь, Корнера? Может, мы бы избежали прогулки в каналах? Я его знаю и поэтому избегаю. Вот и все на эту тему. Ладно, понятно. Да нет, давай поговорим. Я все же продолжу тему. Что вас связывает? Это старая история. Но если вы настаиваете... Вы слышали о студенческих протестах в 1242-м. Я их возглавлял. А Губерт донес на меня властям, и я очутился в тюрьме. Вот и вся история. Ага. Что будете делать теперь? Ниточек много. Мастерская этого плотника, сборщик тел, который его нашел. Переулок, где напали на Присциллу.
Есть чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу. Но буду держать за вас кулаки. Я с тебя глаз не спущу. Да ну, не, он не может быть он. Ну это такое палево, как бы, алё. Охотник за колдуньями выслеживает ведьм. Бабуль, ты, вы чё это все? А, ой, еще поближе есть. Юстахий? Сборщик останков? А? Как ты узнал? Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкое тело Фабиана Мейера, верно? Фабиан... А, да, помню. Очередной безглазый сердце. Нет? Чего при нем тоже не было. Один из? Были еще такие жертвы? А, были, были. Нищие, бездомные ребятишки, уличные девки. Помню, одна была такая толстая, что пришлось ее порезать на части, чтобы в тачку поместилась. Завали ее, скользкая тёлка, потому как... Некоторые вещи лучше оставить воображению. Так что с ней случилось? Как это что? Преподобный Натаниэль велел ее спалить. Все части. Ой, жаль ее было, жаль. Жаль? Почему? А, не важно. Некоторые вещи лучше и правда оставить воображению. Ты обыскал Фабиана? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтобы не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься? Что, процент с меня снять захотел? Пшел, мутант! Говори, что ты при нем нашел? Да, как пожелаете. Мелочи. Перстенек со стеклянным камешком, пара монет и какое-то письмецо. Гляди, хороший пергамент, телячья кожа. Сотру буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Присцилла, имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришишилой. Мало что ли баб в городе? Ну, по мордам надо дать ему. Ай, сука! За что? За все. Мудак. Ой, дебила кусок. Так, это поближе. Место гибели ближе. Давайте осмотрим. Так, а, так, ага, это сюда, это куда? Это вот сюда, что ли? Есть там кто? Вон отсюда, а то собак спущу. Черный, стрыга, ко мне. Успокойся, я по поводу Фабиана Мейера. Я ищу его убийцу. А, ну разве что так. Сидеть, глупый псины, спокойно. Ну, заходи, уважаемый. Только не дергайся, тяпнут еще. Милые зверушки. Ну, покажи. Ты, наверное, шутишь, уважаемый. Я их с котов сам боюсь. Но лучший пес, который брешет, чем злодей, который режет. В каком-то определенном? Само собой. А паршивцы, которые уделал Фабиана, как забрали отсюда тело, я пошел к товарищу, что разводит бойцовых собак, и купил вот этих двух псин. Пришлось раскошелиться, но хоть сплю спокойно. С кем имею честь? С братом покойного. Гус меня зовут. Мы вместе держали мастерскую, Мейер и Мейер. Остался Мейер. Ага, теперь будет просто Мейер. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халабуду, вернусь в Махакам. Все ближе к семье, к тому, что от нее осталось. Ну так что вы хотите знать о Фабиане? Расскажи, что знаешь про убийство, по порядку и в подробностях. Дело было так. Возвращаюсь я с работ в Оксенфурте и вижу, над городом столб дыма. Ну, думаю, опять пропущу, как какую-нибудь бабенку жгут. Но это не на рынке был огонь, а у нас. Видишь следы сажи? Там они горели.
наши скульпторы. Люди слетелись на пожар и рядышком Фабиана нашли. Вот здесь. Я пока добежал, его уже на телегу грузили. Разговаривал с соседями? Они не заметили ничего подозрительного? Может, что слышали? Говорили, что нет. А если бы и слышали, все одно бы не помогли. В Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут, чтобы башмаков не запачкать. Да не пойми, какого краснолюда им вовсе дела нет. У твоего брата были враги? Кто-нибудь его не любил, угрожал? Нет. Это скорее он угрожал одной такой. Фабиан был добрый краснолюд. Мастерюга, каких мало, но и бабник страшный. Только чуть отложим денег. Говорю, купим новые инструменты, хорошего дерева. Так нет. Кошель в руки и айда по девкам. Потом все ходил за одной такой, кричал. Это из-за тебя, сука порченная, падаль людская. И всякие такие слова. Ну, что там между ними было, этого я не знаю. Может, влюбился? Ты знаешь, где ее найти, эту порченую? На кладбище. Умерла пару дней назад. Но спокойно, в своей постели. Альфонс ее говорил, что грипп у нее был. Ладно, хватит разговоров. Мне бы осмотреться. Ай, пожалуйста, только псов не дразните. Ну, рыбницу прирежу. Пятна крови. Здесь Фабиан и лежал, как его нашли. Статуи древних богов? Одни женщины? С выдающимися формами. Угу. Так, это что? Помните, люди добрые, огонь может быть и благоволением, и проклятием. Огонь согревает нас, печет хлеб наш, отгоняет ночные страхи наши. Но огонь способен и обжигать, и испепелять. Так живите же в гармонии с вечным огнем и его предначертаниями. Господи! Всякий, кто небрежен к его поучениям, кто живет во тьме неведения, кто насмехается над ним, умрет в его пламени. Так откройте же сердца моему наставлению, люди добрые, иначе не избежать вам расплаты за деяния свои. Неравнодушный. Статуи древних богов. Кажется, здесь что-то таскали. А что ты... С выдающимися формами. Можно мне зайти в мастерскую? Я туда не заглядывал с тех пор, как нашли Фабиана. Ну, если хотите, так открою. Ну, давай, открывай. Чё ждём? А свечи кто зажигал? Интересно, дружок, ты не заходил, но свечи ты зажигал. Да, господи, Геральт, зайди сюда, пожалуйста. Так, не против, да? Еще кровавые следы, но я бы не сказал, что он истек кровью. Кто-то избавился от крови, осталось только несколько пятен. Мебель перевернута, тут след, будто от удара ногой. Хорошо. Глаза гуманоида сгнили напрочь. А, ну его глаза, значит. Ну. Формалин. Сомневаюсь, что Фабиан его использовал в работе. Ничего интересного. Так, что-то... А, это, наверное, вот сюда глаза были просто. Да. Поглядел я на ваши скульптуры. Ну и? Правда, как живые? Ага. Особенно женщины. Я еще не видел Мелителли с таким бюстом. Ну, это работа Фабиана. Я ему говорил, братишка, с такими сиськами у нее бы сразу крестец треснул. Ты бы их уменьшил немного. Он, дескать, такие лучше продаются. И что я там понимаю? Так ведь и продавались до тех самых пор, пока на проповеди в храме как-то раз не сказали, что кто покупает идолов у нелюдей Мейеров, грешит дважды. И как еретик, и как сладострастник. Вот все и кончилось. Угу. Я уже знаю, что произошло. На Фабиана напали в мастерской. Была драка, но убийца обезвредил жертву. А потом пытал. Долго. Избавьте меня от подробностей. Это не для моих нервов.
Когда убийца закончил, то выволок тело во двор, а после собрал ваши скульптуры в кучу и поджег. Но зачем? Зачем все это? Чтобы преподать какой-то урок ему, тебе, всему городу. Ладно, хватит разговоров. Здесь я уже больше ничего не узнаю. Будь здоров! Как все просто оказывается. Ну все, пойдемте тогда отсюда. Следующая наша точка. Так, а лошадку нет, нельзя. Жалко. Ну и ладно. Просто пойдем. Эй, ведьмак! Коронер вас вызывает. Говорит, очередная жертва. Велел передать, что главные двери будут для вас открыты. И чтобы вы приходили как можно скорее. Ага. Ну, подождешь. Сорян, чувак. Ну, кто-то смотри. Топит углем в это время года? Взять его! Сестра, это он. Откуда мне знать? Посмотрим, что он будет делать. Ребят, вы серьезно? Не стой! Ну, я бы меч достал, ну. Чувак, ну ты успокойтесь, алло, еще... Дождь этот грёбаный. Ах ты, собачий потрох! Ну, давай, давай, Геральт. Сильный удар. Слева заходи! Слева! Да вы задолбали меня! Ну чё вы трое на одного? Отстань. Отвали. Ну-ка попробуй со мной. Режь, ублюдка. Чё вы до меня доколупались? Отвалите. Так, могу зелье. Окей, сейчас тогда мочить вас буду. Ага. Бей, убивай. Да хрена с два тебе. Давай, давай, давай. Вот. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так, зацепил. Хорошо, одного. Давай, давай. Да, ну что, правда, что ли? Сами полезли, твари. С меня хватит. Ты что себе думаешь? А вы что, что-то видите? Хорошего понемножку. Да давай, сука! Давай уже сдохни. Успокойся, я не причиню тебе зла. Что ты здесь делаешь? Месть ищу. Что вылупился? Не слыхал, что убийца всегда возвращается на место преступления? Вот мы с братишками и перетаились, чтоб с ним поквитаться. За Присциллу. Едва не замутил ее, сукин сын. Знаю, я пришел сюда, потому что ищу его следы. И людей, которые могут что-то рассказать. Я-то знаю немного. Но что знаю, расскажу. Ага. Присцилла была твоей подружкой? Подружкой? Нет. Но она видела во мне больше, чем просто глупую шлюху. А это что-то-то значит. Я хотел покончить с борделем, найти достойное занятие, но никто меня не брал. Ни в прачки, ни в служанки, ни в кухарки. Будто я проказонная. А Присцилла, она была другая. Я должна была сыграть в ее пьесе. Другие актеры боялись. Там всякие сутки насчет вечного огня. Свистуська Зося на сцене, представляешь? Ну, теперь конец мечтаниям. Возвращаюсь под фонарь. Мне очень жаль. Но бывает работа и похуже. По крайней мере, я так себе говорю. Ты знаешь, что Присцилла не единственная жертва? Ой, дорогуся, конечно знаю. Это же не вчера началось. И другие так погибали. Нищие девушки, сироты. Ну кто их пожалеет? Отбросы общества, как правило, стражники говорят. А по именам кого-нибудь из них помнишь? Какие у них имена? Лысый, кудлатый, рыбка. Так их и звали. Ни семьи у них не было, ни друзей. И давно их уже сожгли. Угу. Пока. Я должен еще раз осмотреться, только уж не мешайте мне, если не трудно. Конечно, мы тихонечко сбоку постоим. Только...
ты с козы из чего узнаешь? Голова раскалывается. Человеческая, возможно, Присциллы. Убийца сбежал, прежде чем появилась стража. Он бежал туда. Третья проповедь. А, там, наверное, первая, может. Помните, люди добрые, сияние огня всякую тьму рассеет, всякую ложь разоблачит, всякого негодяя выявит. Ни Доблеру не укрыться от его всепроникающего сияния, ни ведьми, ни чародейки, что просто народ дурачит, ни падшим женщинам, что разум мужей туманит своими чарами. Отбросьте лживые колдовские уловки, прикрывайте скромно тела свои и не возбуждайте нечистых мыслей, и вечный огонь разоблачит перед вами чудовищ и грешников, или сами вы сгинете в его пламени, неравнодушный. Нет, первую проповедь я, видать, не нашел. Кто-то топит углем? В это время года? Да почему тут углем-то? След обрывается, странно. Даже я не сумел бы перескочить эту стену. А он смог. Так, или надо чего? Поджрать. Знакомый запах. Формалин. Так, знакомый запах. Окей, и чё? Ну, запах-то запах, но он меня никуда не ведет, да? Ладно, пошли дальше. Обидно, я думал, куда-нибудь приведет, а он не хочет меня вести никуда. А дождь, чья вина? Так. О, да, конечно. Так, рыбку сожрал, прям неплохо. Так, хпшечка устанавливается. О. Таких замечательных природных условий. Первая проповедь. Помните, люди добрые, единожды с зажегший огонь, его уже не остановить. Покуда не пожрет он все на своем пути. Успокоится он, лишь обратив все в пепел. Люди бессильны перед огнем. Если впустят они его в сердца свои, то в пепел обратятся. Обратитесь же к совести и живите в согласии с установлениями церкви. Покайтесь, пока не поздно. Неравнодушный. Окей. То есть, ну не просто так, первая валялась именно здесь. Так, ну это понятно, это этот. Проходите, мастер-ведьмак. Прохожу, прохожу. Так, факел можно? Тут чуть темновато. Здорово, чё хотел? Геральт, да? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании. А у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам. А я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе вследствии. Угу. Фон Граци рассказывал о тебе. А, значит, ты наверняка слышал, как благородный предводитель студенческих протестов оказался из-за меня в тюрьме. О том, что эти протесты не были мирными, он, я полагаю, не упоминал. Начали гибнуть люди, ведьмак. Тех, что не хотели свободы, равенства, братства, временами находили в канаве, с горлом, перерезанным с хирургической точностью. Йоахим был моим любимым студентом, но я должен был что-то делать, поэтому я донес на него. Потом сам ушел из университета и устроился в мертвецкую, где никого не интересует мое прошлое. А Йоахим, по иронии судьбы, спустя годы он возглавил отделение, которое я создал. Сколько фон Грацио лет? 50, 60? 53, кажется. Почему ты спрашиваешь? Ты слишком молодо выглядишь для его учителя. Ничего странного. Я годами сижу в темноте, в прохладе, в испарениях от бальзамов и консервирующих средств. Слушай, кто работает с трупами, живет дольше. Забавно, правда? Реально. Кто жертва? Йорис Аквинус, преподаватель теологии Аксенфуртского университета. Его нашли сегодня утром у него дома, на катафалке, сложенном из книг. Что за книги? Кажется, все были посвящены культу вечного огня и критиковали его доктрины. Да, в Новиграде это смертный грех.
Ты не ладишь с Натаниэлем. С ним мало кто ладит. Это жестокий и вспыльчивый человек. Как-то раз он ворвался сюда, схватил скальпель, который я дезинфицировал на огне, и рассек мне спину до кости из-за того, что я забыл запереть склад на ключ. Тяжело поладить с таким человеком. Думаю, ты согласишься. Начнем вскрытие. Охотно. Повреждения соответствуют обычному почерку убийцы. Жертву связали и напоили формалином. Затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящие угли с тем, чтобы вскрыть грудную клетку. И... А это что? Пергамент? Из человеческой кожи. Это сообщение от убийцы, имя следующей жертвы. Патриция Вигельбут. Оу. Боги! Он перешел уже все границы. Неужели на госпожу Вигельбут, наследницу столь славного рода? Где ее найти? Говори. В поместье. Она живет в имении за городом. На север от Оксенфурта. Я поеду к ней сейчас же. Окей, погнали. Так, а... да. Так, а чё? Так, тихо. Так, это понятно. Я потерял квест. Смертные грехи. Так, мне надо переместиться. К поместью есть, но мне надо вот сюда сначала. Ну, типа, не будем проматывать, потому что... Он что, же... седой, приключения ищешь? Да, господи, отстань ты. Чё вякнул? Вали отсюда, олень! Понял. Ебальник набью, сука. Чё они такие дерзкие? Так, сюда. Такие... Просто вот стоит, ну, я бегу, отстанет от меня. Блин, ну почему нельзя его прибить? Но он же... Но он же бандит. Так, меч убираем. Ребята, вашу начальницу хотят кокнуть. Я иду помогать. Тебе чего тут? Я должен поговорить с Патрицией Вигельбут. Так ты решил, что любой оборванец может? Да, она в опасности. Впусти меня, или ее смерть будет на твоей совести. А если я тебя пущу и окажется, что ты все выдумал, меня тут же отсюда выпрут. Мне казалось, что стражник должен защищать хозяина, а не собственный зад. Будь по-твоему. Отведу тебя к госпоже Вигельбут. Только без всяких штучек. Ты меня понял? Понял, понял. Да, добрый человек. Если ты ищешь работу, то... Не сказал бы, что я добрый. Меня зовут Геральт, и я ищу Патрицию Вигельбут. Ей грозит смерть. Смерть? Не шути так. Я видела маму сегодня с утра. Она была грустна, конечно, но в добром здравии. Я выслеживаю серийного убийцу, и у меня есть основания думать, что твоя мать станет следующей его жертвой. Даже если так, наша стража... Он очень жесток с жертвами. Он их пытает, а потом вырывает сердце. Проверим, что с ней, на всякий случай. Тяжело мне в это поверить. Но я вижу, что ты не шутишь. Прошу за мной. Пойдем. Эстер, как на Билетейн, только время года неподходящее. Помнишь, я говорила, что мать грустит? На самом деле, она переживает кризис веры. Достаточно серьезно. Мы были в Новиграде. Мать увидела костры на рынке. Всю обратную дорогу она молчала. По возвращении приказала вынести священные книги, регалии, реликвии и сжечь. Угу. А потом закрылась у себя. Прибавим шагу. Прибавим шагу, сказал. Ты слышишь? Тишина, покой. Все в порядке. И все-таки войдем внутрь, чтобы убедиться. Ты настаиваешь? Ну, будь по-твоему.
Подожди здесь. Думаю, мама не в настроении принимать гостей. Он выбежал в другую дверь. Держи его. Окей, побежали. Так, шавки, отстаньте. Разделитесь. Убийца все еще здесь. Это он! Взять его! Ну вы дебилы, не трогайте меня. Пацаны, не хотел. Отвечаю. Пацаны, отстаньте. Отстаньте, сказал. Так, а чё? Куда мне? Пацаны, не хочу. Не надо. Отвалите. Куда он выбежал? Сюда, что ли? Нет. Ну кто из этих-то? Алло. Ну он же убежал. Все, ну я же не буду убивать стражников. Ну хрена. Пацаны, ну не надо. Пацаны, ребята, ну не советую. Ну блин. Стой! Не то получишь стрелу в кишки. Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Молодцы. Убийца все равно уже сбежал. Веди, герой. Идиоты. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа. Я увидел, как он бежит, и решил, что он убегал, и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Прочь! Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Потому что она оскорбила вечный огонь. Только это объединяет ее с прежними жертвами. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но... Обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь. Но сделай это без меня. Я больше не хочу видеть ее такой. Не хочу ее такой запомнить. И пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Постараюсь. Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкое Анике у Катарины Хромоножки. Он становится все наглее, не только имя, еще и место. В этот раз он от меня не уйдет. Угу. Так, что? Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в Хромоножку. Понял. Так, ну нам далековато достаточно. Ну, думаю... Так, пожарем рыбки. Это раз. Выйдем на улицу, добегу до метки. Там сохранюсь. И, соответственно, мы на этом закончим и продолжим в следующей серии. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.